началась погрузка автотранспорта, который будет доставлять в Голландию обломки самолета. Сейчас вы видели перегрузку обломков, которые пронумерованы, с полувагонов в автотранспорт, который предоставила голландская сторона. Первый транспорт уходит завтра. Планируем мы всю работу завершить за 5 дней, но, скорее всего, завершающие работы, непосредственно последняя машина, будет уходить в 10 часов понедельник. Это связано с не технической стороной, а скорее с документами. Huh?